Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сероде на ролеплей Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, чуваки, сегодня я покажу вам самый дорогой дом на этом сервере. Самый просто дорогой, что может быть. Его цена составляет 350 миллионов. Его вроде бы как добавили буквально вчера. Я уже пытался до него доехать по вот этой дороге. Вот этой дороге ехал, и меня здесь крашит, пацаны. Там всегда крашит, в основном это пахнет на самой криминалке такой, что именно там всегда крашит. Возможно, у вас не крашит, но я буквально ехал 2 минуты назад, и меня крашило. И запись не сохранилась, поэтому приходится заново записывать. Ну ладно. Сейчас мы до него доедем, я знаю, где находится. По этой дорожке сейчас доедем и выйдем через другую дорогу, чтобы нас там не крашило. Потому что если ехать по той дороге, то там крашит. Поэтому советую вам ехать таким путем, как я сейчас. Потому что так будет безопаснее для вас. Вас не крашнет. Наверное. Не, ну здесь, по-моему, вообще не крашит никогда. Поэтому лучше ездить сюда. Там вон еще дом есть за 150 миллионов, я вам уже показывал. А вот этот дом за 350 миллионов, я его сам лично еще не видел. Я просто хочу посмотреть на владельца, какой купил этот дом. Понимаете, 350 миллионов это просто бешеные деньги. Это можно купить, блин, ну все можно купить за эти деньги. Все, что угодно. Самые крутые машины. Самый крутой бизнес, наверное, даже можно купить. Поэтому я хз. Да, зарплата, кстати, 4,5 тысячи у меня. Окей. Так, едем вот сюда. Я специально взял гелик, чтобы сюда проехать. Так, и вот мы уже что-то видим. Ага. Находится он возле этого озера, короче. Ух ты, ёпта, шлагбаум открывается, а почему здесь его нету? Мне вот это... А как тут заезжать вообще? А, вот, въезд есть. Окей, ну въезд какой-то, кстати, странный сделали. Если чувака какая-то низкая машина, то он здесь особо не проедет. Это я на гелике выехал. Так, у нас тут мячик стоит. Ну, это очень необычный дом. Я еще не видел дом за 300 миллионов, но... Этот отличается от того, что за 150 миллионов. Вот эти арки, кстати, мне очень нравятся. Вот эти арочки прикольные такие. Здесь у нас получается лес, беседка, шашлыки. И вот здесь он... Да, он куплен, кстати. Он уже куплен. Но я так и думал, что он... Давид Добронрав. Добронравов. Блин. 350 миллионов, пацаны. Нормально? Да, нормально, ебать. Я просто в шоке. 350 миллионов. Ах. Это, блин, я не знаю. Мне на этот дом копить, наверное, блин, года, наверное, два. Если не больше. Ну, серьезно, я не знаю, где такие можно деньги заработать. Ну, разве есть какой-то бизнес там очень прибыльный. Либо донатить. 350 миллионов. Заходим. Дом открыт, кстати. Респект владельцу, что он его закрывал. Интерьер, я думал, будет какой-то другой, но интерьер здесь обычный, как и в всех домах, в принципе. Как бы этот, по-моему, интерьер за лям с половиной, если... Да, за лям с половиной, по-моему, или с 2 ляма. Не, за лям с половиной этот интерьер, короче, у меня с 2 ляма в доме стоит. 350, пацаны, миллионов. 350 лямов. Есть вон взлетная площадка, в принципе, для вертолета, я так понял. Только как туда забираться, я не понимаю. Хоть бы лестницу какую-то сделали. Да, вот есть взлетная площадка для вертолета. Для тех, кому интересно, вот возле вот этого озера находится дом. Вот, если что, Бусаева, и вот здесь, возле озера, находится этот дом. Ну, блин, это очень жирно, конечно, иметь такой дом. Ну, хотя, не знаю, мне как-то вот этот дом за 150 миллионов внешне больше нравился. Хотя это тоже такой неплохой, но, блин, то, что здесь так много окон, то, что вот, типа, вход вот такой вот... Ну, как-то не очень элитно, но вот здесь пальмы такие, да, вот это красиво. Это реально красиво. Шлагбаумы стоят, такие сами открываются, так понимаю. Не, ну прикольно, блин, ну, конечно, место такое, если туда ехать, то может крашнуть, если вон оттуда ехать. А если отсюда ехать, то с вами будет все нормально. Поэтому тут уже решать нужно самому, я так полагаю.
Напишите в комментариях, какой вам дом нравится. То, что я показывал, 150 миллионов, либо вот этот. Но это стоит 350 миллионов, я не знаю. Как по мне, тут был реально как-то покрасивее. Может, это типа из-за того, что возле озера находится, хотя там тоже возле воды. И там даже пирс есть для лодки. И довольно-таки все было как-то побогаче, покрасивее. Ну, это лично мое мнение. Ну, тоже здесь охуенно, я думаю. Но не знаю, если был бы выбор купить дом, лично у меня, если был бы выбор купить дом, либо вот этот, либо тот за 150 миллионов, я бы лучше взял бы за 150 миллионов, наверное, потому что что-то мне тот больше понравился. Но этот такой специфический дом, я бы сказал даже. Ну, очень даже необычный, так, у нас тут ничего нету. Добавили хотя бы лодочки, не знаю. Для людей хотя бы обычных, чтобы можно было по озеру покататься. Думаю, было бы тоже прикольно, кстати. Но так, вот, чувак купил этот дом. Сейчас у нас 9 утра, пацаны, лайн 226. Заходите на сервак, пацаны, не забывайте делать маник при регистрации, если что. Ну, вот такой вот дом, пацаны. Затягивать видос особо не хочу. Думаю, на минут 10 он вышел. Гелик здесь так прикольно смотрится, такой золотой, в принципе. Ну, не знаю, блин, мне реально тот дом за 150 миллионов реально больше что-то понравился, чем этот. Ну, это тоже неплохой, это эксклюзивный дом. Как бы, таких ни у кого нету, такого, точнее, ни у кого нету. Вообще, и, наверное, не будет, потому что они... Я заметил, что вот эти, что дом за 150 миллионов, что этот, они разные все. Я не видел дом за 300 миллионов, потому что я без понятия, где он находится. Но вот этот домик такой тоже прикольненький. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.